Сегодня во всем мире отмечают День авиации и космонавтики. 52 года назад Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос, который длился всего 108 минут. Всего в мире по итогам 2012 года 526 космонавтов и астронавтов. В Чувашии жили и выросли трое из них – Андриан Николаев, Муса Манаров и Николай Бударин. Сегодня по всей республике прошли праздничные мероприятия. 12 апреля 1961 года для многих людей знаменателен тем, что это самое яркое событие, радостное после окончания Великой Отечественной войны. В сердцах людей, безусловно, живет гордость за то, что первый человек, который поднялся ввысь в кабине ракеты, советский космонавт. Те годы, вот, когда я сам в школе учился, ну и, скажем так, потом в учебном заведении, всегда во всех газетах, когда космонавта отправляли на орбиту, печатали большие их фотографии и описание биографии, где родился, что закончил. Там, когда открываешь эту газету, вот, как бы сказать, возникало у меня тоже желание, ну, как-то быть ближе или как-то вот прикоснуться к этой, я бы сказал, такой несбыточной мечте. Евгений Владимирович 29 лет отдал космонавтике. В юношеские годы бывший начальник испытательного отдела космодрома Плесецк поведал свою историю, как он стал на космический путь. Быть ближе не к небу, а к звездам, которые полетели туда. Вот высшая награда за трудовые годы. Потому что, вы представьте себе, за сотни, миллионы километров точно стыковку производить, точно выведить космический аппарат на ту или иную орбиту. То есть это просчитывать надо. Но уже не логарифмические линейки, как Королев считал, положим, а суперсовременными электронно-вычислительными машинами. В Чебоксарах место встречи не меняется много лет. Утром возле памятника Юрию Гагарину многолюдно. Ветераны, школьники, представители городских властей собрались здесь, чтобы напомнить всем о знаменательном событии. Андриан Николаев был третьим космонавтом, полетевшим в космос. Полет космического корабля «Восток-3» с нашим земляком Андрианом Николаевым на борту имел огромное значение. Поздравительные телеграммы с успешным завершением его полета в Чувашию присылали отовсюду. В солнечный апрельский 12-й день от такого количества цветов, которые горожане возложили к памятнику космонавта-земляка, тепло и светло. По традиции, в день космонавтики в Чувашии проходит много мероприятий. На родине космонавта Андриана Николаева в селе Шоршила состоялся традиционный республиканский слет отрядов юных космонавтов. Там отметили особо отличившихся. Дани Фатагирова, Андрей Шоклев, Республика.